А вот он и тайник. Канифоль. И набор отверток. Не понял. Этого телепорта там не должно быть. Черт, это ловушка! Не двигайся! Ты окружен! И убери оружие! Че за фигня? Я никого не вижу. Эй, ты там умер, что ли? Ни хрена себе. Да тут кровососов целая банда. Многовато будет для меня. Ну а я что тебе говорил? Не двигайся. Если бы они хотели тебя убить, давно бы уже напали. Они чего-то ждут. Или кого-то. Ты думаешь, они под чьим-то контролем? Контролер? Да какое дело до тебя контролером? Нужен ты им больно. Это кто-то другой. Кто-то, кто поставил у тайника телепорт и устроил на тебя засаду. Кто-то очень серьезный, раз умеет обращаться с такими зверушками. Из всего этого следует простой вывод. Этот кто-то, вершитель судеб мутантских, скоро должен объявиться. Похоже, ты прав. Кто-то приближается со стороны железной дороги. Будь осторожней, стрелок! Ну, он бежит. Остановите его! Ну что же, пообщаемся. Ну привет, птица залетная. Долго же я тебя искал. Ну и что мы с тобой делать будем?